Я стараюсь никого не обижать и быть хорошим. Даже за глаза человеку не оскорблю. Даже мнение чужое уважаю, предположим. Только я никого не люблю. А люди любят, они стоят с пакетами в метро, как будто ждали свидания целый год. Люди любят, хрустали столовое серебро, достают на юбилей, покупают коньяк и торт. Люди любят, хватают гантели, крутят педали по утрам, терпеливо выгуливают собак. Вы думали, люди не любят? Не угадали, люди любят, да еще как. Мне стало жутко, спасите Русь, повсюду бабочки и розовые пони. Жизнь — это шутка, и я смеюсь, хотя на самом деле юмора не понял. Все в мою сторону смотрят и молчат. А люди любят, и доказать это могли бы. Для чего иначе людям карате и борьба? Люди любят, они кому-то дуют на ушибы, температуру мерят поцелуями лба. Люди любят, готовят сюрпризы, везут заказы, вяжут варежки и шапки, чтобы кто-то не мерз. Послушайте, ведь если добывают алмазы, значит на кольца с камнями есть спрос. Мне стало жутко, спасите Русь, повсюду бабочки и розовые пони. Жизнь — это шутка, и я смеюсь, хотя на самом деле юмора не понял. В этом мгновении кто-то был зачат, я потею в переполненном вагоне, и романтические песни из динамиков звучат. Эти люди, ох, эти люди, ох, эти люди.